Ты все еще не знаешь, как я выгляжу или как зовут мою девушку? Тогда подписывайся на мою страницу ВКонтакте и будь в курсе последних событий. А еще у меня есть официальный паблик и страничка в Инстаграм. Да, вот так вот. В общем, все ссылки в описании под видео. Погодите. Мне кажется, или этот Линк выглядит подозрительно? Да, он выглядит довольно подозрительно. А? А? Чего это ты убегаешь? Теперь это очень подозрительно. Походу, Линк превратился в кого-то другого. Нет! Это не я был тем Линком в переулке. Кто это такой? Кто это? Джигли! Как мне применить способность? Твою ж мать! На правую кнопку! Черт, я забыл управление! Ты ходил совсем не как NPC. Ты просто отошел за угол. Давай искать. Я был слишком естественным? Давай найдем Вайлкэта. Я думаю, он делает что-то опасное, потому что он молчит. Интересное мнение. Ты прав, он делает что-то опасное. Что? Что? Это он? Это он? Дайте нам подсказочку. Подсказочку? Его персонаж пощекотал твой зад. Я так и знал! Да? Да? Блин, он 100 пудов умер. А, ну да. Да. Нет, это зомби. Вот блин! Это было подозрительно. Этот чувак пытался потереться об тебя. Какой чувак? Зачем ты это сказал, Лоу? Какой чувак? Я пытался сделать как в Пробханте, но они убили меня. Это была самая беспалевная фраза. Какой чувак? Я настоящий NPC. Он где-то засел. Я настоящий NPC. Они никогда не узнают, где я. Да, они понятия не имеют. Я выиграю этот раунд. Это место Брайана. Это место для терроризера. Смотри, он только что хотел попасть в это место. Да, это место ему идеально подходит. Где он, черт возьми? Я сбит с толку. Свали с дороги, Оум. Ищи моего персонажа. Может, он говорит о тебе, кролик, застрявший в стене? Может, я говорил о тебе все это время? Я его прикончил! Это место такое идиотское. Это не место, просто мусор. Какого черта? А, я нашел мусор! Я видел его там раньше, но я реально подумал, что это NPC. Он был в мусорной корзине? Ага. Эх, твою ж за ногу. Я не думал, что спалю тебя. Да, да, давай я просто скажу им, где ты. Ништяк. У тебя худший персонаж из всех. Кажется, кто-то попал. Это худший персонаж. Погоди. Энтони, справа от тебя, Энтони. Ты про него? Да, он спрятался. Он уменьшился. Это маленький я. Черт! Я пытался использовать эту шнягу как преимущество. Ты торчал как огромный брокколи. Прямо из куста. Ништяк, мне нравится твой стиль. Нравятся мои движения? Ага. Мне нравятся движения Му. Му, сделай что-нибудь, не стой как истукан. Он не мертв! Он умер. Следующий раунд. Посмотри на его позу. Энтони, он внутри, шмальни гранатой. Как он не умер? Это он! О мой бог! Ты почти убил его. Срань господня. Было же написано, что он умер. Это было офигенно. Да, в этом и прикол. Что за дерьмо? Я один ничего не знаю про местный геймплей. Зачем ты бьешь его? Он же просто сидит. Не знаю, чувак. Никогда не любил сидячих. Я один вижу надпись «Ошибка» на машине. Кто это? Ты про него? Да. Кто этот чувак, а? Что ты делаешь? Чего ты пытаешься добиться? Ты убил меня. Я стопудово умер. Вы можете уходить. Нугла, я что-то видел. Я на кухне! Он переволновался. Дрог умер! Он такой, о! Он тут! Ты серьезно? Ну ладно. Ты серьезно, Нугла? Ладно. Он был там. Его там не было! Ты угораешь? Зачем тогда он сказал про кухню? Ладно. Панда? Сделай так же и убей себя! Почему Гринч занимается йогой на кухонной тумбе? Можете объяснить? Мне нравится его поза! Эван смотрит в оба. Он как будто гадит в раковину. Где ты есть? Я рядом с тобой. Нет, нифига, ты врешь. Он врет тебе.
Ты меня откуда-то видишь? Тогда откуда я знаю, что ты прошел мимо Ноглы? Потому что ты смотришь откуда-то еще. Отойди отсюда, Венос! Он по-любому снаружи. Да, это точно. Может, он за забором и смотрит через него? Да, это хорошая мысль. Да это невозможно! О чем ты? Я думаю, он был Марселом, который только что ушел. Ты про динозавра? Ну, не знаю. Единственный способ узнать — это шмальнуть в него! Стреляй в NPC, давай! Ты должен что-то сделать! Стреляй уже! Нет, это не он. Ты убил сам себя! Все норм, меня тут много. Кстати, он реально был Марселом, который смотрел через забор! Что? Я так и знал! Я так и знал! Назад, Эван! Он не в доме, куда ты? А где он? Ты ушел в другую сторону! Что? Вернись на свой спаун! Он наверняка все еще Марсел! Чего? Нет! Проверь этого Марсела! Нет! Он другой Марсел, проверь вон того Марсела! Он наверняка больше не Марсел, зачем ему оставаться Марселом? Говорю тебе, он до сих пор Марсел! Да, почему бы мне не быть Марселом? А это кто такой? Что ты имеешь против Марселов? Ничего, но у меня есть кое-что против Вайлдкэтов! Ах ты засранец! Зачем ты подошел к нему? Ты остался там совсем один. Остановился еще! И так подозрительно повернулся. Типа интересно, он смотрит на меня? Я близко, Вайлдкэт, я очень близко. Зажимай его, зажимай! Поберегись! О боже, ты убил Ноглу! Вот черт! Ногла, у тебя была пушка! Остался еще один! Да, я сменил модельку и такой, стоп, у меня все еще есть пушка! Черт! Ништяк, Эван! Ништяк! Я знаю, где он! Нет, нет, ты не знаешь! Ты не знаешь, где я! Ты уверен? Ты уверен? В этом доме так много NPC! Один из них может сделать судоку! Нет, нет! Иди к парадному входу! Иди к парадному входу! Я вижу тебя, я рядом. Зачем ты раскидал горшки с цветками? Ты должен уважать природу, бро. Осмотрись вокруг, не двигайся. Просто посмотри очень внимательно. Внимательно говоришь? Эван? Эван? Да, Эван, Эван. Куда он делся? Он сидит в гребаных кустах. Где? Он обошел вас и убежал. Вот вы утапки. Не может быть. Как ты смог выбраться оттуда? Не может быть! Джигли был убит прохожим! Получайте! О мой бог! На этой неделе в топе игроков Гаррис Мода Венос занимает второе место! Вы серьезно, он убежал? Да! Вот блин! Он сделал круг и обошел вас! А мой бог! Или, может быть... Или он все еще там! Или он стал невидимым! Стоп, что? Ну тогда это было не так уж круто. О чем ты? Преступники возвращаются к месту преступления. Кто это у нас тут? Он пытался! Твою ж мать! Да! Эван победил! Черт! Эй, Вайлдкэт! Невидимость так не работает! Вайлдкэт! Вайлдкэт! Я ненавижу тебя! Где ты? Господи Иисусе! Куда ты собрался, малыш? Куда ты? Я видел, как ты запаниковал, когда твой тиммейт умер. Эй, что такое? Ты хочешь зайти в дом? Не потеряй его! Не потеряй этого сучонка! Я застрял в другом линке! Не дай ему уйти! Он убегает! Куда он делся? Куда он делся? Где он? Он линк, он линк, он линк! Пошел ты! Отстань от меня! Черт, куда он делся? Куда он делся? О мой бог, не может быть, Тайлер! О мой бог, как? Как ты убежал? У меня было 3% здоровья. Как ты убежал? Ты всадил в меня 40 пуль. Ах ты сучонок, ты шел за мной! Ништяк! Вы могли мне сказать? Тоже мне друзья называется. И он вышел. Зато это было весело, Вайлдкэт. Ладно, теперь серьезно. Очень серьезно. Черт! Ладно, теперь сделай меня. Сделай меня? Сделай меня. Вот так, да! Ладно, ладно, ты в порядке, ты в порядке. Да, я в порядке. Нет, нифига. Черт! Погодите, тут кто-то лишний. Черт!
Пошли вы! Где он? Срань господня! Вот так! Получайте! Да! О мой бог! Ништяк! Погнали! Погнали! Где мы это сделаем? Стойте, парни! О мой бог! Что за хрень? Ладно, да-да! Мне нравится идея Брока! Ну ладно, но это будет довольно опасно. Воу, воу! Какого хрена? Нет, судаку! О, черт! Эван, добей их, пока они не очухались! Это наш раунд! Ох, черт! Я буду оставаться в тени. Я буду тише воды, ниже травы. Я очень скрытный. Очень скрытный. Они набросились на меня вдвоем. О боже, это был двойной камикадзе. Я буду действовать скрытно. Мне страшно. Джигли, мы сможем выжить, если будем сидеть тут. Садись сюда, рядом со мной. И жди, когда он придет к нам. У меня мало здоровья, я могу быть приманкой. Нет, все будет хорошо. Я переживу взрыв. У меня 67%, а у тебя 15%. Ты умрешь при таком здоровье. Нет, я выживу. В каком вы углу? Мы в углу напротив спавна. А поточнее? Не стреляй ни в кого, Джигли, ты приманка. Ты приманка, не стреляй ни по кому. Просто стой там. Я стреляю в его персонажа, чтобы он разозлился. Да, да. Выманивай его. Эй, чего ты подошел ко мне? Это очень подозрительно. Лучше иди отсюда. Иди в другую сторону, Венос. Ладно, теперь у меня 57%. Теперь все не так уж хорошо. Он выйдет через один из этих проходов. Скорее всего, через ближний. Он может применить судоку. Мы должны быть готовы, понятно? Мы должны быть готовы. Судоку! О, это он? Он этот Линк? Нет, но он может быть за углом. Судоку, ублюдки! Да! Да! А мой бог! Отличное завершение игры! У них было три. Сразу три судоку, и они всех взорвали. Это читы. Вы 100 пудов читеры. Ох, черт! Это был самый лучший раунд из всех. Получайте! А мой бог! Охотники стали жертвами. Эван жестко затащил. Это было прекрасно. Прикольно, я отвлек их тем линком. О да. Что ты делаешь, Джигли? Джигли, что ты делаешь? Не задавай таких вопросов! Ты пытаешься сдвинуть Санта-Клауса с помощью силы? Я думаю, он знает, что это ты. Что? Куда эта штука улетела? Ты просохатил способность. У меня был гравитон. Я нажал правую кнопку и просто умер.